С чем у тебя ассоциируется тот, кого ты изображаешь, Костя? Для меня теплая лошадка. Ну, конечно, с Франции, с Парижа. Наверное, и с великими этими демонстрациями, спорными законами. Какой у тебя основной цвет? С чем у тебя ассоциируется? Ой, так слишком. Художник выплескивает свою энергию. Хочется писать. Хочется наносить краску на холст, на поверхность. Талантливо, живописно. Публика получила эстетическое какое-то удовлетворение. А Франсуа Орланд не попадется, или Иисус Христос под руку, или наш Путин, от которого мне убежать пришлось попадется. Это уже дело второе. Сюжетом-то художник тоже не придет особого значения в живописи. Ну да, хочется откликаться на то или событие. Сейчас вот меня предложили, что я отказался в Париже. И, конечно, Орланду, Франсуа, большое спасибо, что существует Франция, Париж, Либерте, Либерте, Фрайтарните, Антон Пурно, Франция. Я буду много изучать французский, и стремиться к тому, чтобы он у меня был совершенным. Если мне удастся пожить в Париже подольше. Почему ты выбрал из разных портретов, которые у тебя есть, вот именно эту фотографию Орланда? Ну, по-моему, чисто эстетические сложения. Хороший ракурс, приятное лицо, приятная улыбка и характерная для него какую-то физиономия. Для меня, как для портретиста, главное, какая-то физиономия, за которую можно зацепиться и как-то образ развить.
Слушай, спасибо действительно этому дому, потому что, знаешь, это называется «Дом Европы и Востока», «La Maison d'Europe et d'Orient», который приютил Константина Алтунина. Его период изгнания. Такое ателье художника. Ну, как говорится, да, будем держать кулаки. Французы, знаешь, как говорят? Говорят, on croise les doigts, типа, держим пальцы скрещенными. Держать кулачки. Да, ну, я вижу уже так. Он здесь действительно очень какой-то открытый такой, знаешь. Вот. Как в оригинале сейчас, смотри. Просто у художника действительно ежедневная потребность что-то делать на холсте. Ясно, что что-то делать серьезно, надо время, место, главное, есть желание художника. Это я просто выплескиваю какие-то такие вещи, как писатель постоянно с собой записной книжкой и записывает свои мысли, да? Так и художник должен каждый день что-то делать, что-то записывать, где-то что-то какие-то почеркушки делать. Ты жалеешь об этом, что так? Скорее, конечно, жалеть я не могу, потому что иногда приходится трудное время переживать с быстрыми жизненной биографии других великих. Тоже переживают сложные времена миграции и работы. Я рад, готов повторить их судьбу. Пускай пока ты останется. Давай, да, сейчас я. Можешь рядом вот сюда встать, я как бы сейчас тебе. Может, мне отойти, что пиво лучше дать? Спасибо, подожди. А если что, твоя пиво лучше не